начинать выигрывать заезды с партии. Сейчас давайте посмотрим на борьбу с Марзика и Езжика. Это самое главное. Белый и красный шлема у ребят на головах. Очень важно убедиться в том, грязно действовал Марзик или все же Томаш Езжик не прав в этом споре. Ну, режет траекторию, понятное дело, своему конкуренту, теснит его. Ага, он там ногу выставлял. Вот что не понравилось Томашу Езжику. Да, а в общем-то Бартош Змарзик хоть и пытался равновесие удержать, был неправ, перекрывал дорогу, закрывал траекторию своему сопернику. Ну, победа есть победа. Очки не пахнут. Хотя здесь понять можно Томаша Езжика, почему он был так недоволен. У нас очередная пауза.